Ольга Бузова, я прервала 2 года воздержания. Ольга Бузова рассказала о том, что занялась сексом спустя 2 года после развода с Дмитрием Тарасовым. Телеведущая не стала раскрывать имя нового избранника, но намекнула, что он является знаменитостью. Последние пару лет Ольга Бузова всеми способами пытается обрести личное счастье. Отсутствие любви девушка компенсирует бурной деятельностью. Экс-ведущая «Дома-2» успела сделать музыкальную карьеру и занялась развитием сразу нескольких бизнес-проектов. На презентации очередной песни под названием «Водица» артистка призналась, что впервые за долгое время не чувствует себя одинокой. Причина тому – загадочный избранник, с которым звезда уже успела провести ночь страсти. «Уже не так тяжело. Я 2 года воздержания нарушила. Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько», – заявила Ольга. Телеведущая не стала раскрывать подробности долгожданного секса. Не назвала она и имя избранника, лишь намекнула, что встречается со знаменитостью. «Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного одиночества, конечно, у меня случились отношения. Теперь начался новый отсчет», — призналась звезда. Поклонники тут же начали гадать, кого же имела в виду Бузова. Мнения большинства сошлись на кандидатуре Тимура Батрутдинова, которому давно приписывают тайный роман с Ольгой. Осенью на телеканале ТНТ выйдет шоу «План Б», в котором комик и ведущая будут искать вторые половинки. Если им не удастся построить отношения с другими претендентами, то по правилам программы, Бузова и Батрутдинов объявят себя парой. Вполне вероятно, что работа над новым шоу пробудила в Тимуре и Ольге давние чувства. Звезды неоднократно признавались, что всегда испытывали симпатию друг к другу, но она так и не вылилась в серьезное отношение. Чувства возникали наплывами, когда познакомились, и я была в паре, когда рассталась, тоже испытывала к тебе симпатию. Всплеск был, но не знаю, можно ли назвать это влюбленностью, признавалась Бузова в беседе с Батрутдиновым в эфире YouTube-шоу «Есть вопросы». Нашлись и те, кто предположил, что истинный избранник артистки далек от мира шоу-бизнеса. Ранее Ольга неоднократно признавалась, что ей нужен искренний и обеспеченный мужчина, рядом с которым она сможет обрести тихое семейное счастье. При этом Бузова не собиралась отказываться от карьеры ради любви, ведь она так долго шла к популярности. Несмотря на интерес фанатов, Ольга пока не хочет делать новые отношения достоянием общественности. Общаясь с КП, она не стала рассказывать о развитии романа, предпочитая делиться подробностями о новом клипе и песне. Сам Тимур Батрутдинов на презентации клипа Бузовой так и не появился. Зато мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую и других артистов.